Здравствуйте, все мои дорогие друзья. Я Джая, для новеньких представлюсь, профессиональный ведический астролог Джотиши. И это видео заказное за донат. И за донат для девушки Яны. Она так себя назвала. Яна из Санкт-Петербурга, которая родилась в 72-м году в 4 утра. Ну, все данные называть не буду, понимаете, все конфиденциально. Просто я это проговариваю, чтобы, Яночка, вы себя узнали. Сегодняшнее видео для вас. По вашим вопросам. Для новеньких скажу, я астролог, и за донат делаю видео для живых, настоящих людей, которые волею кармы, судьбы забегают на мой канал. Кто-то забежали, ушли, кто-то остается смотреть, кто-то подписывается, кто-то нет. Ну, лучше, конечно же, подписываться, лайки там поставить, хотя бы так поучаствовать. Вот, кто-то надолго, так сказать, остается со мной. Есть такие тоже люди уже по нескольку лет. Я вам всем, девочки, очень благодарна, что вы со мной. Наталья Гришина, Любава, Елена с Алтайского края, Лика Лав Косметик. Ну, это самые-самые, которые уже так долго-долго со мной, практически с начала, да, как существует канал. Ну, и другие, которые новенькие, тоже вас всех приветствую, которые доверились мне и заказали ваши гороскопы, да, на 1-2 вопроса за донат. Тоже, девочки, скажем так, новенькие, всех вас благодарю. Надеюсь, такой формат видео нравится, и можно, да, что-то полезное для себя почерпнуть. Ну и для новеньких скажу, что вот я за донат определенный, установленный мною. Почему-то, ну, что люди не особо благодарны, поэтому приходится самой устанавливать донат более-менее такой, знаете, чтобы хоть как-то оправдать свои усилия, свою работу. Ну что, ведический астролог – это тоже работа, причем тяжелая. Это работа с людьми, это работа с кармой людей. А что может быть тяжелее в наше калиюжное время? Карма людей, да, которая минимум на 75% черная, то бишь негативная. Много интеллектуальной работы, да, психологическое напряжение, интеллектуальная энергия и так далее. Поэтому, чтобы хоть как-то что-то оправдывалось. И вот за донат делаю гороскопы. Для человека, то есть человек присылает мне донатик вместе с вопросиком, я для него готовлю видео, выкладываю, человек уже вот смотрит видео вот так вот. Это для тех, кто не может или по каким-то причинам не хочет, да, идти на личную консультацию и на полную, полноценную консультацию, да, за уже совершенно другую сумму. Вот. Плюс я решила такие видео делать, чтобы хотя бы таким образом реанимировать статус астрологии, которую очень сильно профанируют, дискредитируют разного вида люди-дилетанты, которые вообще не понимают даже, что это за наука, но при этом называют себя астрологами. Даже если это астрологи очень именитые в том плане, что их знает большинство, но при этом, по сути, по факту, они даже не понимают, что это за знание. Вот. Повторюсь, это знание о карме всех живых существ, явлений и событий. Вот. Поэтому, дорогие друзья, новенькие, кто еще не в курсе об этих моих правилах, в инфобоксе, там, где информация, да, где написано «Еще», нажимаете, там есть текст, и там написано, как вы можете мне задонатить, вот, и заказать видео, и в новом последующем видео я сделаю для вас гороскопчик. Вот, там установленная сумма, вот, за один вопрос, если 2-3 вопроса, так и пишите. Первый вопрос такой, второй такой, третий такой. И, соответственно, оплачиваете уже там за один вопрос. Эта цена, которая установлена, если 2-3 вопроса, соответственно, умножаете на 2-3. И либо в донат-стрим, либо в ВТБ-банк по номеру телефона с именем там, да, Басант. Там все я написала, да, что кто хочет новое видео. Вот. Ну и давайте. Так, что, как обычно, надо сделать? Мы сейчас зажигаем благовонечку. Так, зажигаем благовонечку, чтобы, так сказать, подключиться к работе для девов.
почитать мантры для того, что получается, как будто я веду консультацию. Просто не вижу человека, да, по факту все то же самое, что я делаю на консультации. Когда человек ко мне приходит, ну, те девочки, которые приходили, они знают. А те, кто еще не дошел, узнают. Делаю то же самое, зажигаю благовоние. Вот. Натуральное. Девы, они питаются запахом, поэтому приходят на запах. Поэтому сейчас зажжем благовоние. Вот. Прочитаем мантру, так сказать, чтобы приготовить свое сознание для работы и подключиться. К этому, так сказать, эгрегору, да, и чтобы девы тоже захотели связаться со мной, да, и как-то вот максимально, насколько это получится сейчас, раскрыть эту тему. Потому что, конечно, трудно, признаюсь честно, давать, да, такую, скажем так, консультацию, видеоконсультацию для человека, которого ты даже не видишь. Потому что когда человек приходит на консультацию или хотя бы в скайпе, да, где я провожу консультацию, я хотя бы вижу человека, я вижу его, ну, как бы энергию, да, то есть уже... Ну, еще более такой тонкий план вижу, да, сверяю с гороскопом. Если это вживую консультация очная, я, естественно, смотрю руки, телосложение, потому что наше тело – это наша застывшая карма. А здесь получается как вслепую, консультация вслепую. Но, тем не менее, да, судя по вашим комментариям, девушки, вы довольны. И я, конечно, очень рада, потому что, честно сказать, я немножко, ну, боялась. Ну, я тоже не человек, да, я могу ошибиться. Тем более это, ну, как бы консультация, грубо говоря, видео, да, на 10-15 минут по данному вопросу. То есть это так, поверхностный срез, да, как бы это, ну, не сильное такое углубление. Хотя к видео, да, я готовлю, ну, скажем так, да, гороскоп, причем правильный гороскоп. Нет, не в программе компьютерной, которая, да, с ошибками, а именно согласно традиции и так далее. Готовлю хотя бы столько, чтобы вот на как раз вот эти 10-15 минут. Так. Ну и сейчас мы прочитаем мантру. Я надену свою астрологическую наворотну. Вот. И будем приступать к чтению гороскопа и ответа на вопросы, которые вот задала Яна. Так, эти поезда приходится на паузу ставить, потому что дождь прошел, хочется прохлады. Окно закрою, душно, девочки, парит. Поэтому не хочется закрывать. А поезда, как назло, начинают ездить. Так, ладненько, приступим. Трипурантакари, Дхануша Шибхуми Суто Будашча, Гурушча Шукра Шанира Гукетава, Гуру Ванту Сарве Мама Соправатам, Ом Брахма Мурари Стрипурантакари, Дхануша Шибхуми Суто Будашча, Гурушча Шукра Шанира Гукетава, Гуру Ванту Сарве Мама Суправатам, Ом Брахма Мурари Стрипурантакари, Бхануша Шибхуми Суто Будашча, Гурушча Шукра Шанира Гукетава, Гуру Ванту Сарве Мама Суправатам. Одеваем окуляры. Кстати, хочу поблагодарить Светлану Игоревну за донатик. Вот вы пару дней назад мне прислали донат. Я как обещалась, за донатик. Кто прислал, девочки, всем благодарю. Я
купила все, что мне надо для видео. Ну, не прям все, что мне надо, но, по крайней мере, самое важное купила. Я купила две пачки вот этих маркеров, чтобы писать на доске. Помните, я говорила, у меня красный закончился. Короче, купила вот такие, как это, ну, они такие, видите, поменьше. Тут четверо цветов, синий. Сейчас мы его откроем. Так, вот, видите, сейчас будем пробовать. Купила писать маркеры на доске. Ну, как раз, которые нужны цвета. Вот. Потом купила еще такой вариант тоже маркеров. Тоже купила. Купила целую пачку ручек, девочки, потому что ручки летят капец как. Я только сегодня 7 гороскопов считала, понимаете, да? И, естественно, купила две тетрадки. Одна такая, другая такая. Две тетрадки купила. Ну, такие А4, короче, тоже. Потому что я же пишу как бы на каждой странице, ну, вот, гороскоп, поэтому, потому что у меня уже закончилось тоже, поэтому мы с супругом пошли в фикс прайс. Потому что, видите, у меня вот такая была, но она уже вот вся тут исписана, уже вся, ну, короче, закончилась. Вот, кстати, Яна, тоже, видите, я делала расчеты все вашего, ну, вот, вашего гороскопа. Вот сейчас тетрадочки, ну, как база данных, она у меня есть, всегда будет. На случай, если вдруг захотите на полную консультацию прийти, вот. Ну и вообще, может, там еще будут какие-то вопросы такие для видео, то у меня уже вот гороскоп будет, чтобы каждый раз к этому не возвращаться, не считать. Поэтому я сразу на черновике посчитала, чистовик переписала. Вот, но этот чистовик у меня уже сегодня закончился, поэтому вот две тетрадки взяла. Так, ну и давайте напишем гороскоп. Сейчас я его начерчу. Вот, и вопрос, Ян, от вас был отношения и работа. Отношения и работа. Что-то некрасиво линия пошла. И сейчас с точки зрения отношений и работы. Ну, то есть посмотрим, какая у вас карма в отношениях и работе. Для тех, кто не знает, первый раз скажу, что наша жизнь есть отражение и показатель нашей кармы, которая, в свою очередь, записана в нашем гороскопе, записана в нашем теле, на руках. Наше тело – это тоже наша застывшая карма. Поэтому судьбу, то бишь карму человека, можно читать и по рукам, и по ногам, и по всему телосложению, и по лицу. Вот. И, соответственно, можно начертить гороскоп. Но единственное, чтобы гороскоп был правильный. Потому что, знаете, вот руки, они не врут, они всегда с вами, тут уже вы ничего не переправите, да, то есть вот как есть, как есть. А вот гороскоп, почему так много дилетантов, и при этом они считают еще себя крутыми астрологами. А вот гороскоп, особенно вот эти программы компьютерные, нынешние, кальюжные, где куча ошибок, понимаете, вот его можно там, как говорится, то есть они там неправильные, надо правильно строить гороскоп, согласно традиции. Ну что, а иначе смотреть, зачем в этот гороскоп, если он неправильный? Как мне одна астролог ответила, ну, которая брала, вернее, интервью у астролога, которая вместе с ним сидела, я говорю, ну, это неправильный гороскоп. Она мне ответила, это одна из версий. Я говорю, как одна из версий? У человека один гороскоп. Всегда был, есть и будет. Что значит одна из версий? Это что, у нас одна жизнь? Или это одна из версий, девочки? Ну, капец. И такие люди называют себя астрологами. Вот поэтому я и говорю, что они даже не понимают, чем они занимаются. Смешно, ей-богу. Не дай бог попасть к такому астрологу, который даже не понимает, о чем вообще эти знания. Так, начертили. Сейчас красненьким поставим планеточки. Так, Яночка, у вас лагна, то бишь асцендент, попал... Где моя ручка? Попал в знак Овна. Я знаю санскрит. Как на санскрите это все звучит, потому что джотиш, ведическая астрология, она дана на санскрите, но я просто говорю обычными западными терминами, потому что большинство из вас
знают все-таки западные термины, поэтому я тут не буду это умничать и говорить все на санскрите. Вот, ладненько. Так, Яна, первый дом, то бишь лагна, или на западе, да, западной версии асцендент, у вас попал в знак Овна. В знак Овна попал. То есть вы восходящий, скажем так, Овен, и туда же попал Меркурий, Будха. Так, Сурья у вас расположился в знаке Тельца, то бишь Вришабха. Так, и в знаке Близнецов у вас попал Мангал, то бишь Марс, Шани, Сатурн и Шукрадев. А вот, они там вместе, втроем расположились. И это мне очень не нравится, наперед забегу. Потому что они там формируют две очень неприятные комбинации. Так. То бишь йоги, если говорить на санскрите. Так, где у нас тут еще? Так, Гулика у нас. Восьмая Бхава. Тоже не особо приятная вещь. Так, Манди. Манди у нас в знаке Весов тоже. Так, сейчас попробуем еще Аштакаварву изобразить. Что здесь как раз отношения и работа. Вот мы и посмотрим. Я еще это... Так, сейчас попробую изобразить, как у меня это получится. Наверное, вот здесь вот так вот сделаю. Девочки, кто ожидает видео? Девчата, видео все будут. Пожалуйста, ждите. Просто на данный момент мне надо 7 человек. 7 человек ждет свое видео, понимаете? Вот Яна и еще 6 после нее. Поэтому, дорогие друзья, кто вот за вот эту неделю мне задонатил, да, с просьбой, чтобы я сделала для вас видео, пожалуйста, ожидайте. Я уже сегодня делала, считала гороскопы, говорю, 6 штук там все расчеты. Ну и видео друг за дружкой будет выходить там в этих видео. Я же буду подписывать там ваши никнеймы там и так далее. Вы там уже себя найдете. А вот, ну, понимаете, ну что, на каждое видео мне надо 5-6 часов. А на данный момент 7 человек в очереди. Плюс на консультацию только на эту неделю 2 человека. На полную консультацию. Поэтому, понимаете, да, плюс у меня семья, да, как бы там сын с невесткой, супруг, домашние дела. Поэтому, надеюсь, с пониманием отнесетесь. Вот, поэтому я никуда не пропадаю, никуда не деваюсь. Нет, это моя постоянная работа, деятельность, это мой хлеб. Поэтому я сама заинтересована, да, быстрее выполнять. Но я, как говорится, человек, тем более женщина, я не могу прыгнуть выше своей головы. Поэтому, если вы задонатили, попросили видео, оно будет 100%. Оно может не быть только в одном случае, если я уже отошла в другой мир. Ну, я надеюсь, если так случится, вы меня простите, да? В следующем воплощении встретимся, я вам все компенсирую. Вот, я вам честно говорю, да, поэтому, если задонатили, и я живая, видео будет. Значит, просто я занята, значит, очередь. Ладненько, поэтому дожидайтесь. Так. Так. Так, немножечко тут не так. Сейчас я просто хочу еще Аштакаваргу сюда тоже прицепить. Ага. И, да, вот эти фломастеры, они, видите, вытираются. Вот эти маленькие, которые я купила, фломастеры, написано акриловые. Вот надо будет еще такую пачечку купить. Они маленькие, компактные. Я, в общем, люблю маленькие вещи. Вот, и это. Они вытираются хорошо. Так. А то, бываешь, купишь фломастеры, хочешь стереть, оно не стирается вообще. Так, раз, два.
Так, что у нас здесь? Здесь у нас 27 баллов, здесь у нас 33, 18, 29, 29, 26, 29, 23, 30, 27, 29. 7. Так, ну приступим, да? Я начертила, вот я на ваш гороскоп. Вот так вот он выглядит. Если хотите, можете себе переписать, только другим астрологам, если вдруг пойдете, не надо его подсовывать, потому что это моя работа. Другие астрологи пусть сами учатся считать правильный гороскоп. Это ваш гороскоп. И, как я уже сказала, первый дом, то бишь, да, асцендент, ладно, он попал в знак Овна. И сюда же попал Меркурий. И что? Вы мне задали, скажем так, вопрос отношения и работа. То есть, чтобы я здесь на вашем гороскопе показала, ну, то есть, рассказала, да, о вашей карме касаемо отношений и работы. Ну, и давайте тогда про отношения. Про отношения, почему же они не клеятся. А здесь они действительно клеятся не будут. Почему? Во-первых, отношения – это, скажем так, седьмая, да, пхава в гороскопе. И так, а я не расставила как раз такие пхавы. Сейчас поставлю. Так, смотрю, думаю, что-то не хватает. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, то есть сами отношения супружеские такие, да, супружеские, сексуальные отношения, это вот эта пхава, седьмая пхава, любовь, романтика, это пятая пхава, да, в вашем гороскопе. И что же мы видим? Более того, лично в вашем гороскопе, да, вот управитель, скажем так, первого дома, мангал, он стоит в третьем доме, да, это пхава тоже отношения, ну, это такие дружеские, соседские отношения. Но и в знаке близнецов. А знак близнецы, у него природа такая, конечно, романтичная. То есть, ну, близнецы на санскрите это митхуна, этот знак называется. И это тоже знак, скажем так, секса, причем тантрического секса. Но мангал здесь плохо себя чувствует, еще формирует шани мангала дошу. Очень неблагоприятная комбинация. Поэтому уже заранее смею предположить, что, скорее всего, у вас очень какие-то трудные отношения с соседями, младшие родственники, если они есть. Ну, здесь, может быть, их и нету. Скажем так, если есть, то, скорее всего, младший после вас родственник, то бишь либо брат, либо сестра, может быть, как-то карма с ним такая, знаете, связь какая-то есть более сильная. Вот. Но, тем не менее, вот эта комбинация показывает, что и жизнь младшего родственника, она такая трудная, вот. С соседями, как я уже сказала, трудная карма, могут какие-то доставлять неприятности, даже такого, знаете, почти криминального характера, что ли, да. Но что йога криминальная и такая йога наказания, то есть когда она проявляется в жизни, ну, есть в карме, да, и в гороскопе, естественно,
то, как правило, вот человек попадает в какое-то либо криминальное общение. Но здесь, поскольку третий дом, это говорит о том, что где-то рядом с вами и вы в течение жизни могли попадать в криминальное общение. То есть у вас в знакомых, которые где-то рядом с вами, ваше ближайшее окружение, соседи, оно такого криминального характера, скажем так. Вот. И общение с ними, скажем так, могло причинять вам очень много каких-то неприятных ситуаций. Вот. И с одной стороны, вы как бы тянетесь в отношения, но получаете там очень много проблем. Вот. Пятое. А, я ж время, девчата, время. Мои фирменные часы. Сколько? В 6 часов. Вот, мы, можно сказать, начали в 6 часов. Сейчас 18:02. Ну, вот как раз где-то 2 минуты. Я говорю, в 6 часов начали, девушки. У нас же видео-то заказано на 10-15 минут, да? Вот. Хотя я иногда больше даю, но надо придерживаться все-таки, да? Вот, регламента. И вот, то есть поняли, да, вот ваше окружение, скажем так, мне не особо нравится. То есть там очень много каких-то криминальных элементов. И это общение такое грубое, скажем так, неприятное, вот, которое может принести очень много проблем. Поэтому могу порекомендовать от таких людей держаться подальше, потому что могут принести много реально проблем. Вот. Тем более, проблемы такие, знаете, где будет даже, может быть, даже угроза вашей жизни, скажем так. Понимаете, да? Какие-то очень некрасивые истории. Но я так мягко стараюсь выражаться, все-таки видео. А пятый дом, да, в данном гороскопе, это дом романтических отношений. Во-первых, это дом детей, также это дом романтических, вот тех самых романтических любовных отношений. Здесь у нас Кету. Кету это нету. Вот. Поэтому это уже тут одного этого показателя достаточно, что с романтическими отношениями очень большие проблемы. То есть либо их нету вообще, либо если они случаются, то они странные, они непонятные, они причиняют много проблем. Вот. Неадекватное поведение у этих, скажем так, любовников. Также это дом любовников, то есть оно такое неадекватное. И, честно сказать, ваша задача на данное воплощение сильно не идти и не углубляться в сферу этих романтических отношений. То бишь, специально их не искать. Потому что будете нарываться непонятно на что. Ваша задача на данное воплощение – научиться дружить. Причем бескорыстно. Просто научиться дружить, знакомиться, дружить. Именно дружба в таком нормальном, хорошем смысле этого слова. Научиться просто дружить, общаться по-дружески. Не требовать от мужчин, от своих там партнеров прям любви-любви. Не смогут они дать ее прям, ну, нету здесь, понимаете, не смогут. Поэтому, если отношений хочется, пусть они будут с такой, знаете, с дружеской ноткой. Да, у вас отношения, там вы там, допустим, семья, муж и жена, но они больше, вот знаете, такого дружеского характера. Хотя бы так, чтобы не быть одной. Потому что вот прям любовь-любовь, ну, здесь вам не светит абсолютно. Не, светит. Если вы будете работать со своей кармой. Вот если будете работать так, как надо работать, да, специальными процедурами прописано, чтобы вот это все тут, вот это поснимать, почистить, то тогда да. А если оставить все так, как есть, то не будет. Понимаете, да? Да, потому что Раху вот в 11-м доме, он может давать много друзей, причем раханутых друзей. Тут могут быть и алкаши, и наркоманы, и иностранцы, и гомосексуалисты, то есть всех мастей, и просто обманщики, лицемеры и так далее. Но здесь вот у вас задача просто дружить, принимать людьми, какими они есть, просто дружить. Ну, конечно, от криминальных моментов, да, и от алкашей, наркоманов надо держаться подальше.
Вот, ну, что могут притянуть, я говорю, очень некрасивые истории. Вот. И не то, что некрасивая история, а, я говорю, даже вплоть до смертельной опасности, понимаете, да? Что комбинация уже очень такая плохая, которая, ну, приводит к таким моментам. Так, а Раху у вас, кстати, в каком доме? Шравана. Угу. Шравана Накшатра. Так, ну и как я уже сказала, кету у вас в пятом доме, кету это нету, кету вообще это прошлая жизнь, а вот, то есть в прошлой жизни было достаточно любовных моментов, поэтому на данное воплощение вам предписана совершенно другая задача. Также, естественно, поскольку это дом детей, может показывать, что будут трудности с детьми. Либо детей может вообще не быть, либо если ребенок есть, то с ним могут быть большие проблемы. Вот, понимаете, ну что, ну, во-первых, кету, он всегда даст проблему. А управитель пятого сурья, он расположен слабенько по знаку. Слабенько по знаку. Здесь есть аспект от гуру, но гуру тоже слабенький. И гуру у вас, и вакра, и нича. То есть здесь у вас вообще проклятие, скажем так. Гуру шапа. А гуру это также карака детей, и карака мужа, и карака благосостояния в женском гороскопе. Поэтому здесь с мужем, с детьми, с благосостоянием, ну, с таким хорошим благосостоянием, здесь, естественно, проблемки есть. Поэтому с гуру надо работать обязательно. То есть для него делать, во-первых, и тантрические, и ведические всякие процедуры. А вот. Тогда есть шанс, что будет муж, да, с элементами дружбы, ну а почему бы и нет? Ну, как говорится, даже если будете дружить, все равно до постели доберетесь, правильно? Так или иначе, природа вас притянет друг к другу. А вот. Я просто к чему говорю, чтобы вы сильно не надеялись, потому что люди очень надеются на любовь, причем своим позитивным мышлением, а в итоге ничего нету. А девушке, надо сказать, уже много лет, вот Яночке, да, 72-го года, наверняка за 50 с лишним лет были мечты и надежды, а по факту, ну, особо ничего хорошего нету. И позитивное мышление не помогло. И с помощью мыслей тоже карма не поменялась. Я сейчас объясню, почему я так говорю в конце видео, потому что, ну, есть почему объяснить надо. Понимаете, да, Ян? Поэтому вот эта комбинация, она разрушает отношения. Может быть, даже вы уже настолько разочаровались, что даже боитесь. Вот здесь Шани стоит, да? Скорее всего, тут у вас даже уже образовался страх знакомиться, приглашать в гости и вообще дружить и общаться. Ну что, здесь у вас страх, потому что люди попадаются вообще, ну, странные, мягко я сейчас выражаюсь, да, и опять же управитель здесь тоже Шани и карака страха, потому что, скорее всего, ваш адрес, и когда вы общаетесь, дружите, ну, может быть, идти как бы очень много какой-то агрессии. И я опять же сейчас мягко выражаюсь, просто, ну, агрессия, и у вас просто уже есть страх вот вообще общаться. Там боитесь соседей, да, уже страшно общаться с родственниками, те, которые младше вас, если они есть. Но здесь, если они были, то, ну, не исключено, что они либо далеко от вас, либо вообще их нету. Вот, то есть тоже такая комбинация. Либо с ними, скажем так, вы не общаетесь. Вот такая карма, тяжеленькая по младшим родственникам. Ну и дальше смотрим. Чандра Дев в шестом доме, то бишь Луна. Здесь он формирует Кемадрума Йогу. Кемадрума Йога, вот, муж чихнул. Кемадрума Йога, когда есть в гороскопе, она говорит о том, что человек, вот так вот живя, может потерять свое положение в обществе и оставаться одиноким. Чандра, то бишь Луна, она это карака, найсарги карака, то есть грах, которая вообще курирует отношения, тем более семейные отношения. Именно семейные, вот такие душевные отношения.
и когда формируется камья-друма-йога, да еще в шестой бхаве от лагны, да, это говорит о том, что человеку будет очень сложно, ну, такая карма тяжелая по этой сфере, и человеку будет сложно заводить вот эти отношения семейные, очень сложно строить эти семейные отношения, и человек один по итогу остается. Вот. Либо он сам вроде бы хочет, а все делает так, чтобы этого не сложилось. Вот. Либо даже складывается, но по итогу, да, происходят события, и человек остается один. То есть такая, ну, не особо такая, ну, это йога одиночества, грубо говоря. То есть она дает одиночество. Плюс, опять же, чандра, она под аспектом шани, что может давать, естественно, депрессии на этой почве, плохое настроение, депрессии и так далее. Вот. Почему так, ну, а почему даже такая йога? Потому что это говорит о том, что в прошлом воплощении вы, скорее всего, оставили свою маму в одиночестве, не заботились о ней, не поддерживали. И это своего рода такое, знаете, ну, не то чтобы проклятие, ну, можно сказать, как и материнское проклятие. Типа, понимаете, вот, ну что, оставлять маму, да, одну в старости, без присмотра, без поддержки, без заботы, ну, это считается грехом. Вот, то есть это тяжелая родовая карма, да, опять же, по матери, по материнской линии, в итоге, как спецэффект от этого, это вот одиночество. То есть тоже грустная ситуация. Дальше, естественно, дом отношений, брака, супружества, замужества, это, да, вот седьмая бхава ваша. Здесь планеты нету, но управитель, он, опять же, расположен здесь, в третьей бхаве, вот шукра, да, и вместе с мангала и шани. Мангала, надо сказать, здесь плохо себя чувствует, очень такой, знаете, хулиган и бандит. И в третьей бхаве. Это говорит о том, что если вы и встречали своих партнеров, да, для отношений, вы, скорее всего, их могли встретить либо в поездке, когда совершали короткие поездки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, когда совершали там короткие поездки, либо он где-то жил по соседству, то есть в соседнем доме, в соседнем дворе, то есть и так далее. Либо же этим отношениям вашим способствовали ваши младшие родственники. Ну, допустим, для примера, там, да, у вас младший брат, а у него друг, и вы влюбились в этого друга. Понимаете, вот тоже такая комбинация. То есть, можно сказать, через брата, да, или там брат приходит, говорит, это мой друг Васька, познакомься. Вы смотрите на эту Ваську и влюбляетесь. То есть, ну, сам факт здесь показано, что партнера по браку, по отношениям вы можете встретить либо в короткой поездке, вот один из вариантов, либо же вот по соседству, либо он мог быть там знакомым или другом вашего младшего родственника или родственницы. Вот. И надо сказать, шукра, в общем-то, неплохо в знаке близнецов себя чувствует, да, но она подпадает под влияние двух малефиков, то бишь мангала и шани, и формирует с ними, то есть они ее зажимают вот этой шани-мангала-дошей, криминальной дошей, поэтому даже если ваши отношения и начинались так, вроде бы неплохо, то могли потом протекать очень болезненно, очень плохо, и заканчивались очень плохо. То есть, ну, не исключено, что были, естественно, скандалы, ругани, оскорбления, может быть, даже мордобой или какой-то более такой тяжкий криминал. Вот. И также здесь формируется стришапа, женское проклятие. Вот, женское проклятие. Если в гороскопе женщины есть проклятие, женское проклятие, то бишь проклятие от женщины, которое она принесла с прошлого воплощения, это также говорит о том, что у человека будут проблемы в отношениях, будут проблемы от женщин, будут проблемы с деньгами. То есть будут всплывать в жизни какие-то ситуации, происходить неприятные ситуации с деньгами, с женщинами. Вот, и в отношениях будет много трудностей. Вот, поэтому
как вы можете видеть, уже достаточно показаний на то, чтобы в отношениях были большие проблемы. Соответственно, чтобы это снять и чтобы отношения были совершенно другими, надо, естественно, с этим всем работать. А иначе, до тех пор, пока вы не отработаете, все таки будет, никаких изменений не будет. Вот. И позитивное мышление тоже не работает, потому что не мышление наше меняет карму, а именно специальные действия, предписанные, да, в древних знаниях, опять же, процедуры надо специальные делать, а не просто сидеть и думать, то бишь мыслить, у меня все будет хорошо, у меня все будет хорошо в отношениях. Это не меняет карму. Еще раз повторяю, если бы это меняло карму, я говорю, все бы уже бы жили абсолютно счастливой жизнью. Понимаете? Действия. Потому что карма делается действиями. А наши мысли, они не настолько сильны, чтобы вот я сижу, вот так вот мысль кинула в сферу там свою какую-то, там, допустим, в сферу отношений, и у меня раз там все супер. Ну зачем такой бред нести? Зачем? Не надо бред нести. Ты просто возьми и попробуй. И посмотри на результат. Работают твои мысли так, как тебе надо, или не работают? Вот как хочется ни хера не делать, простите за выражение, ну прямо аж бесит уже, да? А только вот сидеть вот это, красиво болтать языком и позитивно якобы мыслить. Да мы все позитивно мыслим, никто не хочет себе проблем. Еще раз повторяю, никто не встает и не думает, как бы мне с утра отгрести по полное число, да? То есть никто так не думает, все всегда надеются на лучшее, то бишь мысли позитивные все. Но однако же много очень плохих ситуаций у нас, очень много трудностей в жизни. Если ты знаешь, что у тебя проблемная, там, допустим, финансовая карма, да, или карма отношений, ну давай, мысли в ту сторону и посмотри на результат, и как быстро он будет, и вообще будет ли. Зачем вот это бла-бла-бла, я не понимаю. Я говорю, вот лишь бы только вот не работать, а только языками трепать, вот серьезно. Я сейчас объясню в конце этого видео, почему я сейчас тоже так выражаюсь. Ну что, ну я говорю, уже объясняешь человеку. Объясняешь, нет, то ли это спор ради спора, то ли человек хочет поумничать. А зачем умничать? Зачем спорить? Ты возьми, примени это, раз ты так уверен в этом. Примени это на собственной жизни и посмотри на результат. Вот и все. Нет, человек спорит. Если бы можно было бы только мыслью менять, так не было бы вот этих даже знаний по изменению кармы. Господи. Так. То есть, как, да, уже понятно, то бишь седьмая бхава, которая показывает и на брачные отношения, выйдет человек замуж, не выйдет и так далее. То есть, куратор, управитель находится здесь, в третьем доме, и очень поврежден. Соответственно, тут однозначно будет развод, расставание, причем больное, со скандалами, я говорю, вплоть до криминала там и так далее. Вот, поэтому очень-очень неприятно. Вот, очень неприятная ситуация. Вот, также надо сказать, что... Так, а сейчас мы... Если брать Аштакаваргу, опять же, да... То есть это у нас раз, два, три, четыре, пять. Пятый дом. Здесь 26 баликов. Пятый дом. Дом как раз любовных дел. Это мало. Не хватает позитивной кармы для любовных отношений. Это пятый. Шестой, седьмой. Седьмой дом набирает всего лишь 23 балла. То есть норма 28. Норма 28, здесь у вас 23 балла. Плюс еще Сурья, да, он также в Аштакаварге дает 0 баллов вот сюда, на седьмую бхаву. Это говорит о том, что Сурья и его энергия, и карма по Сурье, да, а Сурья это все-таки родовая по отцу, он вообще разрушает эту бхаву, бхаву отношений. То есть вот карма по нему, она просто бьет по отношениям, разрушая их вообще. Понимаете? Вот, дактхараши. Дактхараши. Козерог и весы.
Дактхараши переводится как разрушенная, разрушенный знак, разрушенная Абхава. В вашем гороскопе это Козерог, знак Козерога и Весы. Козерог – это работа. Вот здесь вот эта Абхава, она разрушена. Вот. И вы как раз тоже спрашивали о работе, да? И Весы, опять же, это седьмой дом в вашем гороскопе. То есть тут все плохо. То есть тут карма. То есть, понимаете, вот был, стоял дом, его разрушили. Его нету. И надо, естественно, приложить очень много усилий по изменению кармы, чтобы опять выстроить дом, да, вот здесь, в сфере отношений и в сфере работы. Понимаете, да? То есть, поэтому вот грустненько. Так, здесь у нас, так, это 7, 8, 9, 10. Ну, все равно, надо сказать, работа-то у вас есть. А вот, да, может быть, там так не так все успешно и удачно, скажем так, в сфере работы. А вот, ну, она есть, потому что там хотя бы 29 баллов. На балл выше, чем средний показатель должен быть. Работа должна быть, тем более, все-таки, как-никак, тут гуру стоит. Да, он очень слабенький управитель девятого в десятом. Но думаю, что работа все-таки у вас есть. Может быть, она вам не совсем нравится, или там хотелось бы улучшений там каких-то. Ну, работа у вас должна быть. Хотя тоже, знаете, вот не совсем все благополучно. Но что гуру здесь слабенький, практически нету поддержки. Ну, то есть он вообще тут нича. Вот. А почему? Потому что ни одно воплощение, плюс вакра, это показывает недоделанная карма, да, незавершенная карма с прошлых воплощений по, во-первых, родовая очень плохая. Вот. И в прошлом воплощении вы совершали адхарму. То есть в прошлом воплощении вы совершали действия, которые противоречат, ну, скажем так, грешили, понимаете, вот очень много грехов. Причем грехи были криминального характера. Оскорбление, унижение, какая-то агрессия в отношении женщин. Потому что вот стришапа в гороскопе есть, да, рядом, причем с этой криминальной йогой. Это говорит о том, что в прошлом воплощении вы могли убить женщину, изнасиловать женщину. Или, допустим, сделали аборт, а там была девочка. Вот в таких случаях, если вот человек в прошлых воплощениях совершает такие поступки, он потом получает вот такие комбинации в гороскопе. Понимаете, гороскоп, он же показывает, что в прошлом мы натворили и почему сейчас вот оно вот так вот у нас есть. Мы просто умерли, тело переодели, а дальше вот с этими живем. И ничего с этим никто не работает. Понимаете? То есть, когда гуру, нича, еще и вакра, это говорит о том, что незавершенная карма осталась касаемо учителей, гуру, отца, понимаете, государства. Плюс человек совершал адхарму, и он, и его родовая. Поэтому здесь, как говорится, счастья не видать, как своих ушей. Ни в плане работы, ни в плане отношений. Ну, в плане отношений вообще, можно сказать, там по нулям практически, да. И вот, работа может быть кое-какая, но она такая, знаете, особой радости-то, не приносит. Плюс также тут видно, что работа у вас, скорее всего, тоже должна быть связана с поездками. Может, это командировки, поездки, вот, по стране, там, по городу. То есть там, знаете, как может быть? Во-первых, документация какая-то. То есть поездки, но при этом там есть документы. Да, то есть документация какая-то. Не исключено, что там деньги тоже как-то участвуют в вашей работе, тоже участвуют деньги. Вот. Потом в комментариях, если захотите, напишите там ладненько по поводу работы. Ну, так, насколько я сейчас вижу, вот то, что мне какие-то кидается в глаза, работа должна связана быть вот... Либо это как курьер, да, он возит документы там или куда-то денежки перевозит, вот. Ну, еда, кстати, либо еда, либо денежки.
то есть либо курьер, который что-то возит, может, там документы какие-то, либо просто вот как командировки туда-сюда ездите. Вот что-то такое должно быть. Поэтому, ну, поэтому вот так. Грустненько, я говорю, в отношениях очень грустненько, по работе тоже грустновато. Поэтому, Ян, что могу я вам посоветовать? Ну, лучше, конечно, прийти на полную консультацию, да, чтобы глубже погрузиться в это все, если вы хотите. Я не заставляю, просто, да. И просто, если хотите, работать просто со своей кармой, потому что время идет, скоро помирать, карма не отработана, естественно, иначе бы были бы уже другие бы результаты в жизни. И вы это все потащите на следующее воплощение. В последующем воплощении будет еще хуже ситуация. Потому что если есть проблема, мы ее не решаем, мы перетаскиваем в следующее воплощение, и в следующем воплощении, то есть мы эту не решили, с которой пришли, и еще сейчас в этом воплощении тоже наделали ошибок, тоже, да, там все в кучу, будет еще хуже. Вот, какой вы сейчас период? Ну, так, сейчас. Ну, сейчас вот, кстати, у вас идет период гуру, период идет, гуру Раху, 29-го, так. То есть сейчас у вас вот идет период гуру, да, в 10-м доме, видите, это дом работы, вы и спросили. Может быть, вам сейчас более-менее так полегче, да, но все равно гуру здесь не особо сильный. Вот. Ну, все равно, наверное, как-то более-менее себя чувствуете. А потом, очень скоро, кстати, начнется большой период Шани у вас, то бишь Сатурна. Если ваше время более-менее точное, да, вы дали 4 утра, с 9 октября 2025 года, то бишь буквально там, ну, почти через 1,5 года у вас начнется большой период Шани. Будет трудно. Всегда Шани, когда приходит, даже если он очень хорошо в гороскопе расположен, он всегда дает трудности. Он у вас курирует 10-й дом, дом работы, дом всех доходов, и находится в 3-м доме. Скорее всего, вам придется работать. Вряд ли получится отдыхать. Шани заставит вас работать, напрягаться ради работы, ради того, чтобы получать доходы. Придется совершать много поездок, даже, ну, здесь по району, так, по городу, по району, по области, скажем так. Вот. Не исключено, что вы можете вот как раз через 1,5 года там, если сейчас нету работы, то работа появится, и жизненные обстоятельства вас заставят работать, работа появится, и она может быть связана вот с поездками, с общением. Может быть, с какими-то документами. Вот. Так, что у нас тут еще? А период Шани, он включится на 19 лет. На 19 лет. Понимаете, это получается почти, сейчас, если там вам 51, до 70 лет. До 70 лет будет Шани, а потом только уже Меркурий включится. Ну, тогда уже там может быть полегче вам. Тоже вот хочу спросить, руки, ну, вообще руки и кисти рук, были ли проблемы с руками? Потому что здесь могут быть ранения, ожоги, переломы, то есть вот какие-то неприятные такие вещи с руками у вас. Так что вот так вот я могу вам ответить, Яна. Поэтому, если хотите поглубже разобраться и все-таки как-то начать работать с этой кармой, то лучше, да, прийти на консультацию и уже, так сказать, для вас подберем процедуры, которые вам надо будут делать.
ведические, тантрические, чтобы по изменению кармы. Если будете делать, карма будет меняться. Вот, и уже будет, да, более гармоничной, более, скажем так, счастливой жизнь, судьба. Вот. А если оставите все как есть, то ничего прям такого радостного, хорошего не будет. Вот сейчас пока гуру идет, еще 1,5 года будет, ну еще так как-то более-менее. А потом включится Шани. А Шани всегда дает трудности, а он у вас делает вот эту криминальную йогу. 100% вылезет какой-то криминал за эти 19 лет, пока Шани идет. Вот. Сейчас, надо сказать, у вас идет тоже один период Шани. Вот сейчас транзитный Шани, да, он идет вот здесь, вот по знаке Рыб. И аспектирует вашу Чандру. Вот. А она курирует, в свою очередь, ваш дом, четвертый дом, дом недвижимости. У вас что-нибудь происходит сейчас с недвижимостью? А вот. Ну и также хочу спросить, в том месте, где вы родились, есть где-то рядом вода? Потому что здесь показано, что в том месте, где вы живете, где вы родились, там должно быть где-то рядом много воды. А вот. И Шани, вот транзитный, он идет от Луны в 7-м доме. Поэтому тоже, да, вот сфера отношений важна. Если они даже есть там трудности какие-то, вот. То есть очень проблемно. Потому что тоже один из периодов Шани идет. Я о нем рассказываю. У меня есть видео на Бусти. Так что, девчата, ссылочки под этим видео на Бусти. И там есть и видео про три периода Шани, потому что все знают Садесати. Два других никто не знает практически. Я там даю это видео. Плюс там есть процедуры для Шани. Надо сказать, что вот у нас скоро день рождения Шани с 5 на 6 июня. Там в Бусти я даю процедуру. Там так и подписано. Процедура, ведическая процедура, которая делается в день рождения Шани. Вы ее, то есть в этот день надо делать все вот такие процедуры для Шани в его день рождения, потому что именно Шани курирует всю карму человека. А в данном гороскопе, в гороскопе Яны, он курирует 10-й дом, дом карьеры, профессии, да, ну, и 11-ю Пхаву, дом всех доходов. Дом всех доходов. Ну, здесь, знаете как, доходы, в общем-то, если посмотреть на ваши доходы, так, доходы у вас, в общем-то, неплохие, но трат очень много. Вы не умеете копить. У вас деньги, как говорится, уходят сквозь пальцы на какие-то непонятные желания. То есть, знаете, вот что-то захотели, купили, а потом типа, ой, а зачем я это сделала? Или там поехали куда-то, зачем я туда поехала, столько денег потратила? Понимаете, у вас вот так вот, у вас утечка денег будет идти через ваши неправильные желания. Или там эти деньги будут теряться благодаря вот такому какому-то, благодаря там соседу, благодаря младшему родственнику, благодаря поездкам каким-то, благодаря неправильным желаниям. Вот. Копить не умеете. То есть нет вот этой кармы. Как только что-то копится, сразу все куда-то улетает. Ну, я говорю, там траты идут на неправильное желание. Либо младшие родственники как-то вас раскручивают на деньги, мягко выражаюсь. А вот, понимаете, да? Так что вот так вот. Ну, я говорю, это не приговор. Все это можно менять. Главное было бы желание. И, понимаете, вкладываться в свою судьбу, да, в изменение кармы, вот, чтобы изменить потихоньку одну сферу, вторую и так далее. Ну и надо сказать, конечно же, надо вам работать с родовой, потому что здесь много, ну, повреждена очень родовая. Я даже посчитала, знаете, сколько у вас йог. У вас, во-первых, есть тоже проклятие змей. Вот, кету в 5-м, раху в 11-м, сарпа-доша. Сарпа-доша. Все, даже этой доши достаточно, чтобы не было нормальных, адекватных любовных отношений. Все. Неправильное использование сексуальной энергии в прошлом воплощении. Все. Понимаете? Атма-шанти-доша, неупокоенные души в роду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
семь, восемь, девять. У вас 9 дош по родовой. И вот это сарпа доша. Но это слишком много. Слишком много, чтобы была работа и так далее. Понимаете, вот здесь криминальная йога по родовой, младшие родственники. Да, Чандра, Кемадрума Йома тоже, вот Матру Доша, вот дед по линии отца тоже карма плохая, карма всех предков и гуру, куратор, он Нича, понимаете, поэтому здесь очень тоже такая карма проблемная по родовой. И как я всегда говорю, девчата, надо работать с родовой. Даже если у вас там мало этих душ, надо, потому что наша обязанность изначально это заботиться о своей родовой, то есть давать им энергетическую подпитку через определенные процедуры. А уж если есть еще такая негативная родовая карма, надо делать еще дополнительные процедуры, чтобы эту негативную родовую карму, ну, аннулировать. Ну что, повторюсь еще раз для тех, кто не слышал. На нашу жизнь либо позитивно, либо негативно влияют 49 поколений наших предков, как со стороны отца, так и со стороны матери. Если там больше негативной кармы, ваша жизнь тоже будет более успешна, причем во всех сферах жизни. Если там больше негативной кармы, в данном случае очень много негативной кармы, то эта негативная карма, она не даст вам жить гармонично, там, счастливо, в любых сферах жизни. Она будет вас бить. И, как правило, знаете, как она бьет? По детям, по деньгам, по работе, по здоровью. Понимаете? Поэтому что тянуть-то? У меня на Бусти тоже есть видео. Там написано «Кормление 49 поколений предков». Там просто кормление. Есть другие процедуры, где идет уже очищение родовой кармы. Нейтрализация вот этих Питер-Матер-Дош. Но я это видео еще не записала. Поэтому, кто хочет эту практику, которая более мощная, которая уже с кармой работает, да, которая нейтрализует вот эти питер-матер-доши негативные, которая дает атмашанти, успокоение души в родовой, кто там неупокоенный, понимаете, то вы можете просто написать мне. Тоже мои координаты, да, есть вот в инфобоксе. Написать мне и сказать: «Джа, я хочу на консультацию, посмотрите мою родовую». Придете на консультацию, я вам дам родовые практики. Кто не хочет консультации, просто говорите: «Джай, я хочу родовую практику, хочу кормить и хочу там вот там упокоить там этих всех, чтобы они там это». Ну что, понимаете, у нас у всех плохая родовая. А знаете почему? Ну что, у нас войны были, сколько войн, когда предки неправильно умирают. Более того, чтобы матер или питердоша получилось, достаточно просто человека закопать в землю. Все, это формирует Питер-дошу. Все, уже будут проблемы. Потому что это так неправильно хоронить. Так неправильно. Неправильное захоронение формирует вот эти матер-питер-доши. А если предки еще посовершали какие-то плохие поступки, это тоже, ну, на нас все влияет. Вот. Поэтому вот так вот. Так что грустненько, Яна, к сожалению. Но вы знаете, я говорю, есть утешение. Вы не первая, не последняя. Вот я сегодня вот 6 гороскопов перелопатила. Сейчас будет следующее видео. Там тоже кимадрума-йога, тоже одиночество, тоже куча матер-питер-дош, тоже там эти сарпы, там везде эти проклятия и так далее. Поэтому у нас каждая вторая женщина, каждая первая женщина, она несчастна в личных отношениях. Понимаете? Потому что если вы хотите отношения более-менее нормальные, девчата, хотя бы с родовой надо работать. Не хотите другие процедуры делать, ну окей, но хотя бы с родовой. Понимаете, что такое отношение замужества? Вот вы есть и человек, мужчина. И когда вы встречаетесь, это не только вы встречаетесь. Это встречается ваша вся родовая, 49 поколений, и его вся родовая. Вот эта совокупность вот этих всех карм, понимаете? Если там много негатива, ну о каком счастье может идти речь? Естественно, будут проблемы. Кто-то кому-то там задолжал и т.д. и т.п., понимаете? Это две родовые встречаются. Это очень серьезная тема. Так, что-то красный карандаш не вытирается или что? Сейчас мне придется мыть
доску более тряпкой. Так что вот так вот, дорогая Яна. Вот. Я говорю, можете оставить все как есть. Но я говорю, ничего хорошего не будет. И жизнь закончится очень грустно и печально, может, даже с таким криминальным спецэффектом. Потому что управитель дома смерти, опять же, да, вот если посмотреть, как закончится жизнь человека в одиночестве. Конец жизни, да, вот четвертый дом, Кимадрума йога, одиночество. Управитель восьмого дома, мангал, так плохо расположен и в криминальной йоге. Это может говорить о том, что человек, да еще в третьей пхаве, да, это может говорить о том, что человек умрет где-то в дороге, не дома на постели или там в больнице там под присмотром врачей на постели. Нет, в данном случае какие-то несчастья, да, какое-то несчастье или вот там несчастье, которое приведет к смерти, да, или просто там шли-шли, упали на дороге и умерли. На дороге, понимаете? Вот у меня тоже, кстати, вопрос. Когда вы отправляетесь в дорогу? Просто короткое путешествие там, ну, по городу, просто по городу, на одну улицу, на вторую. Как часто с вами происходили вот какие-то неприятные истории? И здесь показано конец жизни, да, вот какой, ну, да, вы об этом не спрашивали, но вот просто вынуждена об этом сказать. Какой смертью умрет человек? Здесь показано на дороге. Либо на дороге, либо где-то по соседству, не дойдя до своего дома. И причиной, да, вот как бы смерти, может быть вот какое-то несчастье, какая-то криминальная ситуация. Понимаете, да? Ой, ладно, если напугала, простите, но, понимаете, у меня работа, говорить правду. Вот что я вижу, вот я и говорю. А все сидят и позитивно мыслят. Как вы можете позитивно мыслить, если люди даже своей судьбы не знают? Сейчас по поводу этого позитивного мышления вот как раз хочу ответить. А то мне тут пару дней уже написывает девушка, пытается мне доказать, что надо просто думать хорошо, и что с помощью мыслей можно изменить карму. Вот у меня вопрос, а вы изменили карму, раз вы так это утверждаете? Надо утверждать то, что вы уже сами достигли, сами поняли и получили хороший результат. Вот тогда это можно утверждать. Так, эта девушка записана как «Сотвори свою реальность». Вот под прошлым видео вы там понаписывали мне комментарии, ваши 7 штук, пытаясь мне доказать, что с помощью мыслей можно карму изменить. Вы там подписаны как «Сотвори свою реальность». Вот у меня вопрос. Вы с помощью мыслей своих изменили свою карму? Вот надо с этого начинать. Не утверждать, что... Понимаете, утверждать можно только то, что вы сами изучили, плюс применили на своей шкуре и получили хороший результат. Вот тогда это можно доказывать и утверждать. Понимаете? Ну что, я вот последнее видео дала, я просто отвечаю вам. Вот. Вы написали, уважаю вас, Джая, с интересом смотрю ваши видео, но не соглашусь насчет мыслей. Что они не влияют на карму. Именно мысли влияют. Мысль – это тоже действие, только на тонком плане, и они определяют наше будущее и карму. Да вы что? Серьезно? Вот благодаря вот этому я понимаю, что вы даже не понимаете, что такое карма. И как она делается, как она формируется, и как она отрабатывается, и как она меняется. Понимаете, только уже благодаря этому тексту я это уже понимаю. И в этом я вам ответила, вы мне. Я вам отвечаю, что даже наша будущая карма уже записана. Более того, наши мысли вызваны нашей кармой. И если бы наши просто мысли так сильно влияли
влияли, да, вот на изменение кармы, то у землян, то бишь у нынешних людей, это я отвечаю, была бы другая жизнь. И, может быть, даже войны бы не было. Наша карма делается нашими действиями. И делается она нашими 5 органами. И это не я придумала, это записано в Ведах. Думаю, об этом надо записать целое видео, чтобы у людей не было иллюзий касаемо своих мыслей. Да? Ну и там дальше. Потом вы мне ответили, меняющая свою реальность. Вот мне интересно, вы ее поменяли с помощью мысли? Согласна, что и мысли вызваны кармой, но... Вот когда вот это «но», это значит «не согласна». Но есть еще свобода воли и свобода выбора. Если бы не было возможности корректировать нашу карму, то было бы бессмысленно жить, как кукла в руках судьбы. Так мы и есть. Мы и есть марионетки в руках нашей же кармы. Наши мысли, чувства, действия и т.д. и т.п. они продиктованы нашей кармой. Из этого вот карма-то и состоит. Сказано не мной, но одним из учителей, что даже свой гороскоп человек может изменить своей волей. Что, серьезно? Так, сейчас, во-первых, много разных лже-учителей, а во-вторых, вы изменили гороскоп своей свободной воли? Своей свободной воли. Вы изменили свой гороскоп? Изменить гороскоп значит изменить свою карму. А как она меняется волей? Просто сидишь и так, я хочу! Или как вот эта воля? Как вот эта воля, вы ее меняете? Как? Как? Понимаете, вот надо не просто послушать какого-то учителя, непонятно кого, сейчас много лжеучителей, сейчас Кали-Юга, а потом просто это талдычить и писать вот такие тексты. Как волей? А ну покажите, вот вы сидите, и вот вы берете вот эту волю, да, в кулак, вот, и куда? Вы куда-то ее кидаете в какую-то сферу жизни своей, и она там меняется, или как это? Как это своей волей? И какая свобода выбора? Я вам сейчас расскажу пример о свободе выбора. Свобода выбора. Нету свободы выбора у человека. Нету. Потому что если бы была свобода выбора, вот ними-то, понимаете? Если бы была свобода выбора, то почему вы не выбрали там другого мужичка, другую профессию, другое тело, другую семью, другую страну? Почему вы не выбрали? Понимаете? И многие люди не выбрали. Они вынуждены жить и мучиться в тех условиях или с теми партнерами, или с теми людьми. И даже когда они изъявляют свободу выбора уйти от человека, допустим, они не могут уйти, они не могут поменять работу, они не могут изменить свое здоровье. Свобода выбора? У нас нет свободы выбора. Это иллюзия. Понимаете, что у нас есть свобода выбора. И мысль, воля – главные факторы нашего преображения. Да вы что? А значит, и кармы. Это тоже из ведических знаний. Что, серьезно? Понимаете, ведические знания в Кали-Югу, которые особенно были написаны тоже дилетантами, которые выдают за веды, понимаете, тоже вот этот бред. Я еще ни одного человека не видела, который с помощью мысли и воли преобразился. Ни разу. Вот просто сидит, вот мыслит, и раз преобразился, просветлился. Или там сидит и свою волю куда-то тынь, и все. Наша карма, повторяюсь еще раз, она меняется благодаря, она создается и меняется благодаря нашим действиям. Понимаете? Действиям. Мы можем сидеть, мечтать, думать, волю там якобы направлять. Ничего не изменится, пока ты не встанешь, не подымешь жопу и не пойдешь делать то, что надо делать, а не то, что хочется там делать якобы. Понимаете? То есть, да, сначала должна появиться мысль. Мне надо работать с кармой. Это мысль. Дальше надо проявить волю только в том, чтобы встать хотя бы, да, и дойти до нормального астролога, который даст честную информацию по поводу кармы и даст знания, как с этой кармой работать. А потом, когда вы взяли
это знание, то бишь процедуру, допустим, по родовой, и пошли ее делать, эту родовую. Не просто там мысленно. Я всей родовой желаю счастья. Моя родовая, афоризмы, вот это люди сейчас читают, там процветает. Нет, так ничего не получится. Надо делать конкретные действия. Конкретные действия в определенное время, в определенную мухурту. Понимаете? Вот это бред полнейший. Везде в ведах написано, даже слово карма, она с санскрита, то бишь в ведах, да, она с санскрита переводится, карма переводится работа, действие, результат. Понимаете, карма, а точнее сказать слово карман, санскрита переводится как работа, действие, результат. Оно не переводится как карма-перевод, воля, мысль. Карма переводится действие, причина. Вот наша жизнь – это следствие наших действий в прошлых воплощениях. Понимаете? Походу не понимаю. Так, походу тут еще кто-то писал. Уру-деви какая-то. Уру-деви. Да, гороскоп, то есть карму мы можем изменить своими действиями, применив свою волю, и только на это у нас есть выбор. То есть... А, ну это я отвечаю опять же вот этой. А, ну да, это ее такой этот. То есть я отвечаю, да, гороскоп, то есть карму мы можем изменить своими действиями, применив свою волю. И только на это у нас есть выбор. Понимаете, веда говорится, у человека есть только один выбор изъявить свою волю. Это либо работать со своей кармой, либо не работать. Вот только тут у нас есть выбор. Это нам только кажется, что у нас есть выбор. У нас нет выбора. Я вам сейчас это даже докажу. Даже на последующих примерах докажу. Вот, даже гороскоп сейчас разбирали. Что, у вот этой девушки Яны из Санкт-Петербурга такой был плохой выбор, что ли? Что у нее не клеится личная жизнь? Это был ее выбор или что? Мы все пытаемся что-то выбрать хорошенькое или нет? А почему так сложилось за 50 лет? Даже вот доказательства. Вот я отвечаю, что да, гороскоп, то есть карму мы можем изменить своими действиями, применив свою волю, и только на это у нас есть выбор. У нас есть выбор только на то, или менять свою карму, то бишь работать с ней, или нет. Вот только в этом у нас есть выбор, друзья. Другого выбора у нас нет. Мы четко живем по своей карме. Ни шаг влево, ни шаг вправо. По-моему, уже и так это понятно. Или нет? Ну тогда у меня вопрос. А что вы так плохо выбрали себе работу? А что вы так плохо выбрали себе мужья, отношения, детей, здоровье? А что вы так себе плохо выбрали? А что вы так плохо выбрали себе внешность? Ведь наше тело – это наша застывшая карма. А что так плохо выбрали-то? То есть, или мы делаем выбор менять свою карму, или нет. Но по факту воли у человека не хватает на эти изменения. С волей, с дисциплиной у человека очень большие проблемы. Поэтому что надо делать? Поэтому что надо делать, а не болтать, красиво размышлять? То есть я и отвечаю, что надо для изменения кармы надо что-то делать, а не просто красиво вот бла-бла-бла и размышлять. Ну и человек опять же дальше мне строчит. Согласно, у большинства людей проблемы с этим. Если вы это говорите про меня, болтать красиво и размышлять, то я постоянно работаю над собой. Интересно. А как вы работаете? Давайте поговорим хотя бы вот про питание. Напишите, пожалуйста, вот под этим видео в комментариях, что вы предпочитаете кушать. Кушать, пить. Каким образом вы работаете? Я слышала много людей. Люди говорят, я работаю над собой.
А я спрашиваю, а что ты делаешь? Ну вот конкретно, вот ты говоришь, работать значит выполнять какое-то действие, правильно? По какой-то сфере своей жизни, чтобы там что-то изменить. У меня вопрос всегда, а что ты конкретно делаешь? Человек говорит, да я работаю над собой, да отстань ты от меня. Окей, что ты конкретно делаешь? Вот у меня тоже у вас вопрос. Что вы конкретно делаете по работе над собой? Вот что вы конкретно делаете? Чтобы изменить карму, для этого нужны специальные знания. Эти знания даны в трех разделах ведических знаний, в ведах, тантре, йоге. Что вы из этих разделов делаете для изменения своей кармы, то бишь для работы над собой? Вот прям напишите мне в комментарии под этим видео. Это определенные действия, а не просто там глазки закатить и вот это «я работаю». Плюс еще работать надо правильно, понимаете? Работать надо правильно. Я вам ответила, что я вас даже не знаю, чтобы говорить о вас. Я только на 100% знаю то, что если человек правильно работает с собой и со своей кармой, то у него и, соответственно, в его жизни должны быть позитивные улучшения и изменения. Это я ответила. Соответственно, у меня вопрос к вам, меняющая свою реальность. Вот вы говорите, вы работаете постоянно над собой. Какие у вас результаты? Как изменились ваши личные отношения, там, финансовая карма, то есть по всем сферам жизни, где вы уже получили результат. Понимаете, когда человек работает над собой, то и во внешнем мире, и в сферах его жизни тоже происходят позитивные изменения в очень лучшую сторону. И старые грабли, они уже не повторяются. Вот себе задайте вопрос. Хотите, в комментарии напишите. Только честно. Давайте, вот раз вы начали вот это, давайте честно. Вот вы работали над собой. Во-первых, напишите, что вы конкретно делали и по какой сфере вы работали. И какие сейчас результаты в этой сфере. Вот я знаю, где я работала, что я работала, то бишь, какие я действия делала, да, какие процедуры там, практики и так далее. Вот. И какие я получила результаты. Вот я знаю. Более того, те люди, которые меня знают в реальности, они тоже знают. Те люди, которые меня давно смотрят, каналу 5 лет, они тоже, как говорится, видят, знают. Понимаете? Не бывает такого, что человек работает над собой, а у него все как было, так и осталось. Так не бывает. Потому что наша жизнь – это показатель нашей кармы, это отражение нашей кармы. Если вы там работаете, а у вас все как было, так и есть, значит, вы не работаете. Вы просто думаете, что вы работаете. Опять же, вы думаете, то бишь, вы говорите, мысли, мысли. Вот вы только думаете, что вы работаете. Нету этого. Ну и вот я ответила, что я только на 100% знаю то, что если человек правильно работает с собой и со своей кармой, то у него и, соответственно, в его жизни должны быть позитивные улучшения и изменения. И опять же, что вы отвечаете? Ну вот, мы и пришли логически к выводу, что мысль – основа всего, так как действию предшествует мысль. Но и сама мысль тоже приравнивается к действию на тонком плане, а значит, меняет карму. Это сказано в Агни-йоге, а она тоже основана на ведических знаниях. К тому же сегодняшний владыка, взявший ответственность за землю и давший Агни-йогу в предыдущем воплощении, был Кришной. А что значит сегодняшний владыка? Какой у нас сегодняшний владыка? Мысль может предшествовать. То есть я сижу и думаю, так, мне надо встать, пойти йогу поделать. Но если я не встану и не пойду, лягу на коврик делать йогу, результата не будет. Понимаете, вот допустим йога, хатха-йога. Это один из инструментов для изменения кармы. Работа с телом, да, которая впоследствии дает трансформацию сознания. И, соответственно, изменение кармы. Йога Патанджали сутры говорят, не надо размышлять о йоге, говорить о йоге, надо делать йогу, чтобы был результат. Понимаете?
Это, во-первых, мысль, это просто мысль. Я подумала, надо пойти делать йогу. Но если я не пойду делать йогу, результата, который йога обещает и дает, а я это знаю 100%, потому что я делаю, когда у меня есть время, да, хатха-йогу, она дает результат. Она дает результат. А если я просижу, вот я сижу иногда, вот вчера я сегодня, даже сегодня, я с утра проснулась такая, смотрю на коврик, я проснулась, девчата, в 5 утра такая, сижу, думаю, боже, делать йогу, не делать, думаю, боже, что-то я мало спала. Не, наверное, сегодня не буду. Лучше я сейчас пойду помоюсь, попью горячей водички и буду писать видео. У меня 7 человек видео ждет. 7 человек. Если я сейчас йогу 2 часа буду делать, когда же я закончу эти гороскопы, а люди ждут? Не, не буду. Понял? Вот я сидела, вот так мыслила. Но до коврика я не дошла. Соответственно, уже результата от этих мыслей по йоге я не получу. Мысль, это мы просто размышляем манасом, идти мне это делать или нет. Но чтобы карма изменилась, надо действие сделать. Потому что даже само слово карман с санскрита переводится как действие, работа, результат. И силу воли я тоже не применила, чтобы даже просто взять и заставить себя, сказать себе, опять же, мы в мыслях сказать. Нет, успеешь ты гороскопы свои поделать. Давай, иди ложись на коврик. Я даже силу воли не применила. А вы говорите, с помощью мыслей и силы воли можно что-то изменить. Вот я сегодня ничего не изменила. Я не пошла на коврик. Я пошла, помылась, выпила стакан горячей воды. Уже с 7 утра и вот до 5 вечера делала гороскопы, чтобы сейчас позаписывать видео. Понимаете? Я говорю, у меня такое ощущение создается, что вам просто хочется поспорить. Зачем? Зачем? Мысли калиюжных людей, они сейчас не настолько сильны, чтобы с помощью только одной мысли поменять свою карму. А иначе сейчас бы войны не было, цены бы не росли, зарплаты бы были хорошими, разводов бы не было. Дети у всех бы рождались хорошими с помощью мыслей. Ну вот бред, ей-богу. К тому же сегодняшний владыка, взявший ответственность за землю и давший Агни-йогу в предыдущем воплощении, был Кришной. Сегодняшний владыка, а раньше он не был. У меня складывается впечатление. Вы случайно не из ИСКОН, из этой тусовочки ИСКОН? Они тоже там позитивно мыслят, что сейчас золотой век якобы. Надвигается Третья мировая война, а они все ждут золотого века. А все почему? А потому что расчеты неправильные. Конец Кали-юги. А они ждут вкрапления золотого века на 10 тысяч лет. Тут 400 лет Земле осталось жить, а они мечтают об этом золотом. Вот у меня вот, судя по всему, вот этому тексту, мне кажется, что вы оттуда, с этой тусовочки кришнаитской. Я ничего не имею против кришнаитов, но нельзя упираться вот в одну тему, понимаете? Кришнаиты на веды смотрят очень узенько, очень узенько, очень узенько на веды смотрят. Понимаете, я знала многих кришнаитов. Я и сама иногда вхожу в этот в храм в Москве, в это, но я хожу не просто там, чтобы со всеми там потусить, я просто вот поклониться там аватаре там, да, в определенное там время и все. А общаться с ними иногда просто невыносимо, потому что видно, что люди вот зазомбированы. Да, хорошо, что они там вегетарианят, там хотя бы не пьют, не курят, ну, по крайней мере, делают вид. Хотя я знала кришнаитов, которые вышли из этой тусовочки, пустились во все тяжкие, во все тяжкие. И карма у них не изменилась, как бы они чудесно не мыслили. Потому что вот эта ваша формулировочка, вот это к тому же сегодняшний владыка, взявший ответственность за землю. В предыдущем воплощении был Кришной. Кришна – это аватара Вишну. Восьмая аватара Вишну. Девятая аватара Вишну – это Будда.
Я вам опять же отвечаю. Только мысль не является действием, поэтому карма не меняет. А иначе бы все уже поменяли свою жизнь в лучшую сторону и были бы просветленными людьми. Понимаете, вот я прошу, чтобы вы правильно меня поняли, даже не обижались на это видео, но просто уже зачем такие тексты писать? Зачем такие тексты писать? Зачем? Вы просто, понимаете, когда вам какой-то учитель что-то говорит, или даже вы что-то изучаете, не надо спорить и доказывать там, или еще что-то, вот такие тексты писать. Вы просто берете информацию и на собственную шкуру, вот на собственную шкуру. А потом смотрите результат. Если есть результат, значит, это истинное знание. Если результата нету, это просто красивые слова и успокоение ума. Но что все ведические знания, абсолютно все, веды, тантра, йога, да, это три раздела знаний, которые дал Бог. Только настоящие знания, они написанные сейчас в Кали-югу непонятно кем. Понимаете? Веды, тантра, йога. Оно все практично, это знание. Все практично. Я 30 лет это изучаю, 30 лет. Вот йога, это практика, да. Там что, надо просто сидеть мыслить, чтобы результат получил? Нет, там надо встать, пойти лечь на коврик. И так все делать правильно, правильно делать. Вот я когда делаю, я плачу, девочки. Вы думаете, я мыслю, сижу такая в это? Я вам честно говорю, особенно когда я только начала. Встанешь в позу, настолько больно, вот так вот и в сознании больно, и в теле больно. Я рыдаю, на этом коврик весь мокрый, а я опять все-таки в этой позе стою. И так 2 часа, туда повернусь, там больно, а опять слезы, потому что идет очищение вот этих нади там разных, вот этих энергетических каналов, там эти все токсины там сжигаются, там в сознание прям картины там какие-то, да, потому что это работа с телом, которая дает на сознание, да, как бы эффекты, там происходит уже вот изменение, трансформация. То есть йога – это мы на сознание действуем через работу с телом. И асаны определенные. И делать их надо правильно. И когда мы правильно делаем, это бывает просто настолько больно. И в сознании больно, и телу больно, и слезы, и психуешь. Кидаешь этот коврик, делать не хочешь. Потом опять идешь, себя заставляешь. Понимаете, а не просто «я йогу делаю». Я просто думаю, и моя карма раз изменилась. Я говорю, вот прежде чем вот это писать, так вроде бы все логично вы написали, но а где результат? А где практика? Ну, понимаете, где? Ну, вот где? Вот где? Я уверена, у вас проблемы в личной жизни. Уверена. На 80%. Вы с помощью просто мысли преобразовали свою личную жизнь? У вас есть там партнер, для женщины это важно, мы для женского воплощения, оно для этого. Есть партнер, вот прям как принц, как вы хотели, и вы это добились только с помощью мыслей, только с помощью мыслей. Калиюжные люди, у них мысль одна, как бы дожить до утра. Понимаете? У них силы воли не хватает, у них вот этого мысли, вот этого энергозаряда, вот этой искры не хватает, понимаете? Чтобы карму изменить, то бишь, чтобы в судьбе были уже другие люди, другие действия, другие ситуации, да, причем благополучные, на это нужна прана. Наша карма, она соткана из праны. Позитивная из позитивной, негативная из негативной. Понимаете, вот чем больше позитивной кармы, тем больше позитивной праны, тем больше позитивных событий в жизни. И муж хороший, и дети, и зарплата классная, и то, и сё, и прочее. И чтобы... А если негативная карма, да, то надо столько туда позитива, чтобы это все трансформировалось, да, с негатива в позитив. Соответственно, ваши мысли, они должны быть настолько заряжены вот этой праной, чтобы этой праны хватило вот... Вы подумали, а оно раз и изменилось. То есть прям вот события другие, прям кардинально другие, абсолютно хорошие, абсолютно лучшие. А вы просто подумали. А вы просто вот помыслили. Вот прям хочу, вот мысль, 1 000 000 рублей в месяц.
Миллион рублей в месяц. И раз месяц прошел, а у вас миллион. Понимаете, вот если у вас так в жизни происходит, ну окей, хорошо, я поверю. Но я уверена, это не так. Хотя даже финансовая карма, она меняется быстрее всего, по большому так счету, если человек вплотную ею занимается. Личные отношения тяжелее, потому что там больший процент кармы. Понимаете, зачем вот себе врать? Зачем себе врать и вводить в заблуждение людей? Девочки, вот тоже напишите в комментариях, кто сидел и своей мыслью, и своим волеизъявлением изменил мужа, окружающую действительность, отношения на работе, выбрал бизнес, который он хочет, и этот бизнес просто процветает. Там нет никаких трудностей, ничего. Захотел миллион рублей в месяц, и он есть, причем без напряга, без всего. Вот просто вот мысль так роб, и финансовая карма изменилась, и мне просто в месяц приносят миллион. Понимаете, вот то, что вы написали, говорит о том, что вы даже не понимаете, что такое карма, из чего она состоит, как она делается и как с ней работать. Понимаете, я не хочу вас обидеть, просто я люблю, как, во-первых, правду, истинные знания, потому что я сама 30 лет изучаю все эти знания, и я знаю, как тяжело изменить карму, как тяжело лечь на коврик этот на йогу. Или когда надо пойти родовую сделать. Кажется, надо пойти родовую сделать. Вот надо там специально. Понимаете, вашими мыслями ваша родовая не накормится. Или там от Машанти у нее не появится вашими мыслями. Там надо делать конкретные процедуры. Из древнейших времен эти процедуры делались священнослужителями. Или сам человек делал, если он получал это знание, как это делать. Пока вы это не сделаете, ваша родовая не успокоится, а наша родовая влияет на нашу карму. Все 49 поколений влияют. Поэтому, понимаете, вот эти красивые слова, там вот это повелитель этого времени, там воплощался Кришна. Я говорю, у меня впечатление, что вы вот с этой тусовочки кришнаитской. Я не хочу никого обидеть, но по факту там это они такие блаженные ходят, но при этом не понимают вообще даже, что такое карма. Вот серьезно. Хотя я не против. Они хоть там вегетарианцами становятся, хоть на время, и то хорошо. Пока они там тусуются. А когда выходят, начинают во все тяжкие. А почему? А потому что карма не изменилась. Потому что когда карма меняется, даже старые привычки меняются. Понимаете? Ладненько. На этом видео это закончено. Сейчас буду следующее видео писать. Дорогие друзья, надеюсь, никого не обидела. Просто я говорю, я не люблю вот эту болтовню. Вот этот елей на уши красивый. Плюс вот эти, ой, ну это агни-йога. Окей, хорошо. Вы этой агни-йогой, вот этой своей силой мысли. У вас есть вот тот доход в месяц, который вы хотите себе. Причем вот без напряга. Вот карма вот у вас изменилась в этом плане так, что вот он есть, этот доход. Или там в других сферах жизни. Мы же всегда хотим помочь себе. Вот я хотела себе помочь. Поэтому все знание, которое я получила, я сразу применяла на себе. Сразу на себе. Я, понимаете, я вот не люблю. Вот не люблю, когда вот эта красивая болтовня, а по факту ничего. Или там, вот учителя говорят. Понимаете, если человек говорит о каком-то знании, но у него в жизни жопа полнейшая, и он не решил свои проблемы, я не верю такому гуру. Я такому гуру не верю. Если он говорит вот этими всякими красивыми словечками, там какие-то факты, ну вот это агни-йога, а вот это, а что ты не применяешь-то? Это тогда просто информация. Понимаете, есть информация, а есть знание. И в этом знании, как правило, есть сила, сила этого гуру и шакти. Но что знание становится знанием только тогда, когда оно применено на практике и получен результат. Это знание. А пока это не сделано, это просто красивая информация. Это просто информация к размышлению. Ну и то, размышления должны быть правильны. Понимаете? Поэтому так сижу, мысль, и тут раз вот на тебе.
классные отношения. Или вот, допустим, родовая. Наша родовая, наша карма, да, вот, это итог нашей родовой. Пока мы там не сделаем процедуры, не мысли красивые. Я люблю тебя, мамочка. Я люблю тебя, там, бабушка, прабабушка, прапрапрапрапрапрабабушка в 47-м поколении. Это не изменит ничего. Вот когда вы кушать хотите, вы мыслями кушаете. Я хочу кушать. Ну, подумай, хорошо, и ты будешь сытый. Или вы идете кушаете. Пока действия не сделаете ложкой вот так вот, вы будете голодными. И даже та же родовая, пока вы их не накормите так, как это положено сделать, ваши слова по барабану. Карма не изменится. Поэтому я говорю, вот эта красивая болтовня вот этих нынешних кальюжных гуру, вот меня лично это бесит. Они просто вот елей на уши льют людям, понимаете, вот это опиум для народа. Человек теряет мозги, теряет разум, теряет время. Вместо того, чтобы быстренько бегать, да, там и делать эти родовые, и чтобы карма реально менялась, он сидит, вот это мне настрачивает. Мысль, воля. Какая воля, мысль? Наш выбор. Астрология. Несколько лет назад ко мне приходит девочка на консультацию. Я беру ее гороскоп. Она такая: посмотрите, что у меня было там в прошлом году. Вот. Ну, мне интересно, увидите или нет. Я говорю, ну, скорее всего, переезжала. Ну, там, в другое место жить. Ой, да. Я говорю, ну, скорее всего, машину тоже, вот, покупка машины зеленого цвета. Она такая: в смысле зеленого цвета? А что, в гороскопе даже цвет машины написан, какой я куплю? Я говорю, да. Я говорю, у вас показано, машина будет старенькая, зеленого цвета. Она села, она 5 минут разговаривать не могла. Я говорю, что у вас так? А что, там даже это написано? Я говорю, ну тут же ваша карма написана, что да, у вас будет машина, купите вы ее тогда-то вперед. Там Меркурий, а он как раз там у вас там по 4-му дому завязан, то да сё. Ну, начала ей там как-то пытаться объяснить, с чего я это взяла, да. Я говорю, зеленого цвета, старенькая, подержанная. Она говорит, да, я взяла москвич, но, правда, в хорошем состоянии, зеленого цвета. Она говорит, и она так села, она плакать практически начала. Она такая: ой, а я-то думала, что это мое желание, что я сама машину выбрала, а тут, оказывается, уже все написано в гороскопе. Я говорю, ну да, в гороскопе наша карма записана, вплоть до того, какого цвета трусы будут, с какой стороны мужик. Или там с какого, да, или там какого цвета машина. Она сидела в недоумении. И вы мне сейчас пишете, что у нас есть наша мысль и наша свобода выбора. А что тогда выбор всегда такой хреновый? Вот чего? Она в шоке была. Как так в гороскопе видно, что машина зеленого цвета? А я-то думала... Нам всем хочется быть богами. А я-то думала, я сама машину цвет выбираю. Я говорю, нет, тут уже написано, что у вас будет, какой цвет. Ну что, я еще раз повторюсь, девочки, это не я придумала. Наши мысли, наши желания, они продиктованы нашей кармой, причем еще и нашей родовой кармой. Понимаете? Почему один человек этот цвет надел сегодня, а этот цвет надел? Такой цвет машин купил, а этот... Почему у этого такой дом и такой дом? У кого прям ваши желания и ваш выбор соответствуют вашей реальности? Девчата, напишите. Вот просто, кто хотел какой дом, какую квартиру, а что есть по факту? А где же тогда вы? А почему ваш выбор не сошелся с вашими вот... Почему? Я говорю, вот эта болтовня, я говорю, почему я даже сейчас так заведена? Потому что вот эта ваша реальность, да, вот девушка, которая вот под этим ником. Я не к тому, что я вас хочу обидеть, и вы мне там как-то бесите. Меня бесят вот эти красивые словечки. Понимаете, я уже их столько раз наслышалась от разных гуру, которые красиво говорили, а у самих такая задница в жопе. Ой, в жизни, ну, наверное, не зря оговорилась. Я знала человека, который, он до сих пор уже 20 лет мотается по всем странам, понимаете, преподает лекции по семейным отношениям. А сам уже третий раз женат, понимаете, любовницы там постоянно, понимаете, с женой там судился, делили дом.
и через адвоката с детем разговаривал. Понимаете? Поэтому меня это и все и бесит. Понимаете, поэтому у меня такая реакция, потому что я уже на это, меня уже типать начинает. Когда я слышу вот эти красивые слова, что у нас есть свобода воли, выбора, что вот это наша мысль, и все будет вот как наша карма, там вот как... Я говорю, это бред полнейший. Зачем это писать? Зачем вот это? И я одно, все равно, вот как свое хочет доказать. Ну окей, хорошо, зачем доказывать? Не надо. Возьми, сиди, мечтай, выбирай. Потом расскажешь, как у тебя все хорошо получилось. Кстати, Яна, хочу добавить, судя по вашей карте, из Запада ваш партнер по отношениям. С Запада. Даже вот, допустим, если вы живете там в Санкт-Петербурге, то западней, да, то в Санкт-Петербурге тоже есть западная часть Санкт-Петербурга. То есть это Запад как таковой, да, там, допустим, Европа, она западнее Санкт-Петербурга. Или вот Санкт-Петербург, но на западе Санкт-Петербурга. Понимаете, в гороскопе даже написано, с какой части света будет партнер. А точнее сказать, какой будет партнер лучший для вас, с какой части света. Я могу на своем примере сказать, вот мой муж... Арджуна, он с востока, он индус, он с востока. И в моем гороскопе написано, чтобы муж лучше, чтобы он был с востока. Тогда мои отношения будут более-менее нормальные. Девчата, это не первые мои отношения. У меня много было ухажеров, там пару мужей. Все они были, вот, если брать от меня, да, там кто-то южнее, кто-то севернее и так далее. Отношения были плохие всегда, очень плохие. Измены, разводы, короче, вот это все. Арджуна первый мужчина, который с востока. И у меня в гороскопе написано, что лучше, чтобы муж был с востока. И меня угораздило поехать в Индию, то бишь она восточнее Москвы. И вот мы с Арджуной уже 5 лет вместе, и это лучшие мои отношения. А почему я туда поехала? Потому что я уже начала работать с отношениями, с родовой. Хотя я раньше вообще даже не думала туда ехать вообще. Ну, когда ты работаешь, тебе открываются возможности. Родовая тебе помогает, открываются возможности. И у меня получилось одной, без знания языка, доехать до этой Индии. Более того, я даже узнала, что у меня в роду есть индусы. А когда это открылась возможность? Когда я уже с родовой начала работать. Родовая мне дала на это возможности и деньги, и благословения. Потому что пока у вас карма там плохая и с родовой вы не работает, не придет этот мужик с запада, с которым у вас сложатся отношения. А в гороскопе, вот Яна, в частности у вас, написано, с запада человек должен быть, западнее вас. Даже вот если вы на улице, да, вот вы тут живете, он должен быть где-то на соседней улице, которая вот, ну, западнее. Вот. Так, места не хватает. С запада от вас человек. Поняли, Ян? Все, девчата, время заканчивается. 2 часа, видео большое. Кто хочет на новое видео свой гороскоп, правда, видите, 10-15 больше минут, ну, потому что сложная карма очень. Плюс вот сейчас тоже заговорилась. Ну, ладно. А вот, короче, кто хочет донатить, поддерживать канал, мои карточки внизу под видео. Кто хочет на свое видео, да, вот получить такой свой гороскоп, разбор там по вопросу, тоже информация есть, как это сделать, куда написать, сколько задонатить. Все это мне приходит, я получаю, записываю и в последующем видео делаю разбор по вашему вопросу, ваш настоящий гороскоп и так далее. Все, девчата, пока-пока, буду снимать следующее видео.